Всем привет! Давно не выходил на связь, но вот я снова с вами и постараюсь исправиться, выпускать видео чаще. Тем более, что материала снятого уже много, надо просто все смонтировать и выложить. Короче, старт я в итоге выбрал, едем в Питтсбург, то есть это тот старт, где WRBF, то есть куда надо ехать чуть-чуть дальше, чем можно было. Но там есть монолифт, и по этой причине мы выбрали именно его. Собственно, если есть вариант снизить риск получения травмы, надо им воспользоваться. Поэтому это мы и будем делать, тем более, что, опять же, следующий старт тоже будет на монолифте. Сегодня у меня тренировка жима с синглами, так что все должно пройти вроде как бодрячком, чувствую себя нормально, так что погнали! Итак, сегодня мне предстоит сделать обратную пирамиду в жиме лежа от 205 кг до 192,5 кг. То есть, я сначала должен дойти до синглов 205 кг, а потом пирамидой, лесенкой, как угодно, спуститься до 192. После жима совсем немного подкачки, немного широчайшек, задняя дельта и трицепс. We'll be right back.
Далее у меня, как обычно, идет тонусный присед, ноги к которому я грею с помощью прыжковой работы. Еще я решил, что одного жима вам будет недостаточно, поэтому я вам покажу еще одну тренировку, которая тоже была недавно, и на ней я уже приседал на классической штанге, то есть на той штанге, которая будет на соревнованиях, а именно на кабуки баре, то есть это приседальный гриф кабуки. Так что давайте тоже посмотрим. Я не заметил, а у нас в зале появились стойки под монолифт. Вот, смотрите. То есть такие стойки под монолифт можно установить в любой раме. И сейчас я вам продемонстрирую, как они работают. Единственное, у меня сейчас будет вопрос по поводу ширины хвата. Смогу ли я вообще сюда влезть? Так что сейчас попробую. Если влезу, будет вообще очень круто. Нет, все-таки получается достаточно узковато для меня, поэтому пока приседаем на стойках. We'll be right back.
целом все нормально прошло, задвоили 270 кг, на 4 повторения сделали 220 кг, как заминочный подход. Короче, вроде все окей. После по плану была легкая тяга, в которой я прошелся до 240 кг в замок. Да, иногда я на тренировках тяну в замок, просто чтобы вспомнить этот навык, хотя это и не является моим соревновательным планом. К сожалению, мои пальцы, прихватив замок, имеют лимит примерно в 300 кг. На этом две мои тренировки подходят к концу, как и это видео. Поэтому давайте не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, чтобы вы хотели еще увидеть следующих видео. И до новых встреч, скоро увидимся!